Так начинается уикенд в Атырау у ворот следственного изолятора. Здесь заключенные устроили бунт против насилия со стороны полиции. Родственники протестующих заявляют, 2 дня подряд арестантов избивали. Администрация СИЗО все опровергает. Ночью проводились обыскные мероприятия. Изъяли сотовые телефоны, ножи кустарного производства и другие запрещенные предметы. Сейчас здесь находится председатель общественной наблюдательной комиссии. Идет проверка. А разговоры, что избиты или убивают, это ложь. Ближе к вечеру у изолятора уже около 1000 родных заключенных. Они пытаются пробиться в подвал, откуда доносятся шум и крики. Сегодня мне сообщили, что наших детей там избивают, завели войска. Заключенные успели через окна вывесить простыни в крови. Там находится мой сын. Я боюсь, что его уже убили. А здесь нас не пускают полицейские. Также арестанты сообщили, уже 2 дня, как в тюрьме отключили свет, камеры видеонаблюдения не работают, отобрали продукты питания, личные вещи и постельное белье. Потом началась общая физобработка контингента. После многочасового ожидания у стен СИЗО полицейские чины все-таки дали добро на встречу. Я видела своего сына, одет в такую жару, в теплую спортивную форму, застегнут по горло. Я попросила показать его тело, но мне отказали. Сзади стоял их начальник. Я спросила его, тебя били? Он едва смог ответить нет. В глазах я видела страх, ведь если он скажет правду, его не оставят в покое. Республиканское руководство КУИС и вовсе сообщает, что не было никакого инцидента в СИЗО города Атырау. Имело место лишь плановые профилактические мероприятия. Данная информация не соответствует действительности, является вымыслом и носит провокационный характер. Учреждение функционирует согласно правилам внутреннего распорядка. Более того, в системе КУИС в целом по стране случаев, связанных не только с массовыми беспорядками, но и крупными неповиновениями осужденных, не наблюдается с лета 2011 года, что является результатом эффективной деятельности оперативных, режимных и воспитательных служб. Председатель общественной наблюдательной комиссии Асылтек Испусинов уточнил и добавил, 8 человек вскрылись в знак протеста, резали животы и вены, но писать заявление на администрацию СИЗО все якобы отказались.